камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Хотите сыграть в настоящую игру, дамы? Вот, возьмите конверты. Что? Это какая-то уловка. Попробуем. Ничья. Никто не выиграл. Давай еще раз. Может, они заколдованные? Игра начинается. Добро пожаловать в кулинарную игру «Приготовь кальмара». Дороти, Элис, кто же из вас получит целый чемодан денег? Посмотри на этот символ игры в кальмара. Сколько раз ты заметишь его в этом видео? Пиши свое число в комментариях и посмотрим, кто здесь самый внимательный. Ловите свое задание, участницы. Ауч, все ясно. Нам нужно приготовить конверты. Эй, Дороти, оставь мне хоть что-то. У меня совсем нет продуктов. Зато есть цветная бумага. Злой гений на кухне. Все знают, что лучшие конверты получаются из бумаги. Мой сладкий конвертик готов. Жевательные конфеты окрашиваем синим пищевым красителем. Растапливаем в микроволновке и тщательно перемешиваем. Разминаем полученную массу. Лепим квадрат. Делаем насечки ножом, имитируя форму конверта. Таким же образом делаем красный конверт из жевательных конфет. Господин ведущий, я выполнила задание. И я вот мои конверты. Вкусняшка? Фу, на вкус как бумага. Проверим, чей конверт перевернется. Конверт Дороти разбился. Значит, в этой игре победила Элис. Что? Они даже не съедобны. Участницы, ваше новое задание – приготовить сахарные соты. Приступайте. Здесь нет ничего сложного. Мне понадобится горошек. И мне. Ммм, как вкусно. Ну все, я все сделала. Ведущий, ты где? Я победила. А вот моя карамелька. Впечатляющих размеров. Деревянную форму зонтика обрамляем полоской тонкой жести. Повторяем все изгибы. В сковороде растапливаем 300 грамм сахара. В полученную карамель добавляем 5 грамм соды. Выливаем карамель на силиконовый коврик и даем растечься ровным слоем. Когда верхний слой карамели немного схватится, прикладываем шаблон зонтика и делаем оттиск. А теперь второй раунд. Вырежьте иголками ваши фигуры. Иголка слишком маленькая для моих амбиций. Элис, нужна твоя помощь. Кто же мог подумать, что больше не значит лучше? Можно передохнуть, девочки. Я все равно выиграю. Будешь показывать мне язык? А вот так ты можешь вырезать фигуру прямо на языке. А, мамочки, какой кошмар! Это же так больно! Спокойно, это мой накладной язык для слабонервных. Новое задание. Вы должны сделать маску надзирателя. Понятно? Вперед! Эй, приятель, продашь мне свою маску? Ладно, держи. Вау, под маской еще одна маска? Ну вы странные ребята. Готово. У Дороти такая реалистичная маска, а у меня маленькая. Овальные силиконовые формы смазываем растопленной шоколадной глазурью черного цвета. Смешиваем карамельные конфеты с арахисом. И выкладываем смесь в застывшие формы. Сверху покрываем глазурью. И даем застыть. Вынимаем фигуры. И белой глазурью рисуем узоры масок надзирателей. Так-так-так. И где же наши маски? Дороти? Элис? Посмотрим, чья маска победит. Большая или маленькая? Кто из них вкуснее? Ммм, арахис неплохо. Ауч, пластик. Очень плохо. Победила Элис, а мне нужен дантист. Участницы, вам нужно приготовить эту куклу. И она будет за вами следить. Удачи! Тише ешь, дальше будешь. Раз, два. Тише ешь, дальше будешь. Раз, два. Главное не двигаться. Тише ешь, дальше будешь. Раз, два. Тише ешь, дальше будешь. Раз, два.
Я приготовила идеальную куклу. Какая красавица! А моя кукла немного расслабилась. Как ваши успехи? Кажется, здесь явно виден победитель. Дороти! Юху! Я выиграла! Раз, два. Двигаться запрещено. Победила Элис. Новое задание. Сделать визитные карточки игры в кальмары. У меня ничего не получается. Безрадостная масса. Идеальное тесто. Моя хрустящая визиточка. Готовое тесто для пряников раскатываем ровным слоем. И разрезаем на прямоугольники. Перекладываем на противень. И выпекаем 10 минут в духовке при температуре 180 градусов. Когда печенье остынет, пищевым маркером рисуем узор визитки из игры в кальмары. Эта визитная печенька пахнет победой. Так, у меня будет лучшая визитка. Участницы, время вышло. Покажите ваши визитки. Какое вкусное печенье. Ты побе... Вау! Я выиграл PlayStation? Конечно же, побеждает Дороти. Что? Ну так нечестно. Следующее задание. Торт со вкусом игры в кальмара. Приступайте. Получается не очень. А у меня вкусно. Готово. И у меня тоже готово. Сливки взбиваем миксером. Порционные бисквиты выкладываем на тарелку в форме квадрата. Смазываем взбитыми сливками. Выкладываем еще один слой бисквитов. И снова покрываем кремом из сливок, подравнивая торт. Обтягиваем торт серой мастикой. Белую мастику нарезаем и выкладываем логотип игры в кальмара. Вот мой красивый кальмаровый торт. Мой торт явно хуже. А вот и организатор игр. Кланяйтесь, участники. Но я не хочу кланяться. Помолчи, Дороти. Какая наглость. Она специально испортила мой тортик. Что с твоим тортом? И что с твоим лицом? В этом конкурсе побеждает торт Элис. Поздравляю. Участницы, приготовьте 10 съедобных шариков. Приступайте. В 10 грамм желатина наливаем 60 миллилитров воды. Даем желатину набухнуть и растапливаем в микроволновке. Добавляем 2 чайных ложки сахара, немного лимонной кислоты и жидкий пищевой краситель. Тщательно перемешиваем. Наполняем желатином формы полусферы. Когда желе застынет, склеиваем 2 половинки жидким желатином между собой. Добавляя разный краситель, делаем разноцветные шарики из желе. Время сыграть в игру. Четное, нечетное. Поехали. Здесь нечетное. Не угадала. Здесь 3 шарика. Ха, угадала. У тебя здесь тоже 3 шарика. Ладно, забирай. Вот здесь нечетное. 1 шарик. Да, я выиграла все шарики. Минуточку. Их здесь 9. А должно быть 10. Где еще 1 шарик? Понятия не имею. Завязывайте глаза, участницы. Вот ваш приз. Разбейте свинью-копилку. Приготовились? Начали. Где же она? Ничего не вижу. Я что-то нашла. О, да. Ты не убежишь от меня, свинья. Отстань от меня. Я не свинья. Ага, попалась. Да, ты победила. Молодец. Только больше никого не бей. Юху! Участницы, пришло время определить победителя. Кто же получит главный выигрыш? И это... Дороти, все деньги твои. Вафли выкладываем в ряд. И склеиваем их между собой, растопленной белой шоколадной глазурью. Наносим слой глазури сверху. И приклеиваем купюру, распечатанную на сахарной бумаге. Лишние вафли обрезаем. Делаем несколько вафельных купюр разного номинала. Юху, я победила! Спасибо за сладкий приз. Пойду в другую игру в кальмара. Понравилась наша игра? Тогда пиши в комментариях, что бы тебе хотелось приготовить из нашего шоу. И не забудь поставить лайк этому видео, подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые веселые видео на канале Трум-Трум.